Давайте с вами вместе выйдем. Хорошо, мясистый. Давайте вот так. Пушистенький такой. Вот он пушистый. Есть такой еще один такой пушистик. Видите, прям тут набито все. Прям он запушится у вас. А есть более такие стройненькие, более худенькие кипарисы. То есть они одного размерчика. Вот все, точно так же. Как в объявлении, правда, тут очень сильный ветер. Очень сильно бывает. Ну вот так вот, да. Метр есть, то есть у каждого здесь есть уже метр. В общем, вариант такой. Взять, например, хотите там один худенький, да, один пушистенький, например, так. Либо взять более такие запушенные варианты, либо комбинировать. Один запушенный, один, например, более худенький. Добрый день, друзья! Вас приветствует садовод из села, с самого центра Ставропольского края. Как и обещала, выкладываю видео о моей посылке, которую я заказала из Крыма. Это два аризонца, кипарисовики аризонские. Ну, я их так называю, аризонцы. Чарльз мой. Ну вот, вскрываем посылочку. Надеюсь, не получится, как с прошлой посылкой. Она была весьма неудачная из Авито. Эта посылка тоже из Авито. Но есть сайт в Ютубе, не из сайта, а страничка в Ютубе. Девочка, которая занимается выращиванием, зовут ее Анна. Называется «Ёлки-палки». Ее страничка, ее канал. О, да. А, запах невероятный. Ребята, посмотрите, какая красота. Это же полное великолепие, друзья. Он около метра, даже может быть больше. Запах невероятный. Какая голубая хвоя красивая. Вот это я понимаю, саженцы. Ну-ка, второй. И второй отличный. Два отличных экземпляра. Нарастает этот кипарисовик, ну, может даже до метра. В хороших условиях. Качеля шатается. Посмотрите, какая красота. Невероятная голубая хвоя. А запах просто бомба. Я довольна. Очень, очень довольна. Красота. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Друзья мои, ну не могла не вставить этот кусочек видео. Разница, правда? Вот Савита, два кипарисовика, якобы кашмирских. И вот эти мои красавцы, аризонцы.